Кажется, как будто какой-то червь или слизень прорывается из земли на поверхность. На самом деле, это рыба. И рыба эта очень древняя, возраст которой насчитывается более чем в 300 миллионов лет. Примерно так выглядели и передвигались давние предки, которые вылезли из океанов на сушу. Это двоякодышащая рыба. Обитает она в основном в Африке, можно встретить ее в Австралии и Южной Америке. У нее есть примитивное легкое, позволяющее ей дышать воздухом. Они обитают в болотах и на окраинах рек. Во время засушливого сезона эти болота высыхают. И все живое, что в них было, погибает. Однако эти рыбы нашли способ выжить. Когда воды становится мало, они начинают дышать воздухом и передвигаются по суше в поисках подходящей лужицы. Затем они зарываются в грязь и покрывают свое тело слизью. Слизь высыхает и образует мешочек, защищающий от внешнего воздействия и не давая рыбе высохнуть полностью. Рыба сильно замедляет свой метаболизм и впадает в подобие спячки. В таком состоянии она может находиться несколько лет, так как засушливые сезоны в Африке могут длиться годами. Но как только первая влага попадает на ее тело, пламя жизни в этой рыбе разгорается с новой силой. Она восстает из мертвых и выбирается из своей гробницы, чтобы найти подходящий водоем. На этом канале вы увидите короткие интересные ролики из мира животных. Если нравится подобный контент, то подпишитесь и посмотрите другие ролики на канале.